Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Для кировского бизнеса снижают налоги. Новый пакет мер представили в правительстве. Это отсрочка по аренде государственного и муниципального имущества, снижение стоимости патента, введение налога на профессиональный доход для ведения бизнеса с уплатой налогов по низким ставкам и без уплаты страховых взносов. Владельцы торговых центров в обмен на отсрочку арендаторам получат отсрочку по налогу на имущество. Также будет снижена ставка по УСН, что уже сделали в Удмуртии, вызвав интерес к регистрации в соседнем регионе у кировского бизнеса. Этот шаг Кировской области прокомментировал президент ВТПП Андрей Усенко. Серьезное решение. Да, оно затрагивает предпринимателей из пострадавших отраслей, но этот список постоянно расширяется. Принятые решения распространяются на весь 2020 год. Есть определенные условия. Поддержку получит тот бизнес, который является добросовестным налогоплательщиком. Мы действительно оцениваем принятые решения с положительной стороны. Это ответ на те запросы и обращения, которые мы направляли в правительство. Это надо понимать, что это не первое и, я уверен, не последнее решение в части поддержки бизнеса на региональном уровне. Усенко также добавил, что ВТПП продолжит консультации с правительством по поводу поддержки бизнеса. Программа «Экономика». Декларации о доходах можно сдавать в МФЦ. Там по предварительной регистрации принимают желающих отчитаться за 2019 год. Срок кампании продлен, он истекает не 30 апреля, а 30 июля. До этого времени нужно подать декларацию тем, кто продавал недвижимость, транспорт, получал дорогие подарки не от близких родственников, выигрывал в лотерею, получал доходы из-за рубежа. Отчитаться должны также ИП, нотариусы, адвокаты. Помимо личного визита, в МФЦ есть возможность сдать декларацию онлайн через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. В сложное время, когда стратегии и планы приходится менять едва ли не каждый день, важно иметь надежного финансового партнера. Банк Хлынов вместе со страной пережил не один кризис и поэтому предлагает ряд уже проверенных инструментов, которые позволят бизнесу пережить это время с возможностью сохранить коллектив и не нарастить долги по налогам, коммунальным и другим платежам. Так, для корпоративных клиентов предусмотрена реструктуризация действующих кредитов на индивидуальных условиях. Компании с сфер наиболее пострадавших из заведенных ограничений могут получить льготный кредит на выплату зарплаты. Этим продуктом могут воспользоваться и представители других отраслей в индивидуальном порядке. Кроме того, в банке Хлынов можно рефинансировать кредиты, взятые в других банках. Предлагаются льготные условия по расчетному обслуживанию. Подробная информация по телефону 8 800 252 37. А у КБ Хлынов лицензия ЦБРФ номер 254. Экономика. Завершение в валютах. Доллар на сегодня 74.50, евро стоит 80.76. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.